Мусуф, начнем, наверное, с того, о чем говорит сегодня весь мир. Это приобретение самого Алиато. Что ты можешь о нем рассказать? Безусловно, это один из самых крупных трансферов, который только Анжи мог сделать. Он известен не только в Европе, но и по всему миру. Безусловно, говоря о том, это можно сказать, что это практически гарантия голов. Он всегда принимает неординарные решения, он всегда опасен. И поэтому я очень рад, как и все игроки здесь, что мы теперь являемся партнерами по команде. Суперфутболист, мне кажется, один из лучших во всем мире. Выиграл множество трофеев, мне кажется, это самое хорошее приобретение, которое могло бы быть. Что ты думаешь о предстоящей игре с Ростовом? Может ли команда Анжи показать ту игру, которая была в игре с Динамо? Home is always different from away. Of course, now Динамо we were very motivated because we lost the week before against Spartak, and we were motivated to show our supporters also at home to show them something because it's more of kind of revenge feelings also. Every game is a different game. Прежде всего здесь надо понимать, что главное отличие это то, что мы будем играть на выезде, а не перед своими болельщиками, которые очень сильно нам помогают в домашних играх. Что касается игры с Динамо, да, действительно, мы играли хорошо, но эта игра была сразу после игры со Спартаком, где мы крупно проиграли. У нас были такие немножко желания отомстить и показать хорошую игру перед своими болельщиками, поэтому мы показали хороший футбол в матче с Динамо. Но Ростов хорошая команда, мы об этом знаем, тем более, что теперь у нас в составе есть хорошие игроки и много команд соперника теперь будут выходить сверхмотивированными на игру против нас, потому что у нас есть в составе такие игроки большие. Мне кажется, шансы очень хорошие. Нужно после игры с Динамо нужно набирать ход, обыгрывать Ростов даже на его поле. Что по команде, очень хорошая команда, но эту команду мы должны выиграть и брать свои 3 очка.